Мы находимся в городе Призрак, он так и называется, Кэстаун. Называется он Калико. Не уверена, как это произносится, но начинается с буквы Си. Это город, где раньше добывали, тоже не знаю пока что, ну, скорее всего, уголь или какую-то руду. Вот, и в какой-то момент эта руда просто закончилась. И этот город просто люди все покинули. И вот сейчас из этого сделали музей. Очень интересно, американцы из всего делают музеи. И на самом деле это очень интересно. Вот посмотрите, вот этот дом, например, из бутылок. Это все здесь, как вот раньше жили, как это было. Вот так вот это вот. И все есть. Конечно, все это отреставрировали, вот, чтобы нам было приятно ходить. Здесь есть рестораны, очень много-много таких всяких построек. И вот если даже вы видите, там есть как забор, как будто вот его сожгли, что-то был пожар. Его так, видимо, и оставили. Очень интересно. Мы тут были лет 10 тому назад. Здесь совершенно все было по-другому, все было неблагоустроено. Вон, видите, ездит такой вот паровозик, как это его, поезд. Вот, и люди могут увидеть, как это добывали эту руду. Ну, это, наверное, интересная экскурсия. Вот, но мы немножко торопимся. Мы заехали сюда, а потом поедем еще в Долину Смерти. Поэтому, наверное, мы на этом кораблике, вот на этом поезде не поедем, но это интересно. Вот, это Лаура. Вот, это наша, моя подружка из Казахстана. Приехали к нам с мужем. И мы вместе вчетвером, я с мужем, и она с мужем путешествуем. Вот. Из Калифорнии в Неваду. Смотрите, интересные такие вот фонари. Очень интересно, много людей, много народу. Мы пока платили деньги, чтобы заехать, за нами выстроилось несколько машин. То есть мы думали, что здесь никого нет, а тут оказывается очень активность большая. Тут есть статуя, как выглядели эти люди, которые тут трудились. Вот они вот так вот. Вот так они тут и жили. С ружьями, потому что, наверное, это было небезопасно в то время. Вот, и очень интересно, тут работали одни мужчины. Работали одни мужчины, и не было женщин у них. И они разослали по всей Америке приглашение, что они нуждаются в 30 тысячах женщинах, которые, ну, такого возраста, чтобы выйти замуж. И к ним со всей страны поехали женщины. Очень интересно, в горы, куда-то непонятно, это далеко от каких-то городов. Вот приехали к ним женщины и обосновали здесь уют этим мужчинам. И, наверное, они были счастливы. Рожали детей, все как всех. Ну вот, я с вами прощаюсь. Пока-пока.